Как только что было сказано, сегодня православные отмечают крещение Господне. По всей стране ночью совершались обряды омовения в Иордане. В нашем регионе купание проходит масштабно. Паломники традиционно стремятся окунуться в купель на озере Лаче в Каргопольском районе и на Соловках. Освящение Иордания собрало послушников монастыря и местных жителей. Также состоялась праздничная литургия в обновленном Свято-Троицком Зосимо-Саватевском соборе, пустовавшем более 90 лет. Следствием благодати, следствием того действия на земле, которое совершил Иисус Христос, стало то, что Он освятил воду как средство, которое теперь отныне каждому покаявшемуся и верующему человеку сообщает ту благодать, которую человек больше нигде не может взять в жизни. Потому что для того, чтобы стать вот настолько лучше, насколько говорит Евангелие, должен стать человек, чтобы по-настоящему стать настоящим человеком после того грехопадения, которое совершилось, необходима особая благодать от Бога. И вот она дается в таинстве крещения.